хотим записывать песню. Че, довольны? Обо всем. Первый тречок на студейке записанный будет. Солнце светит, да? Вот такие движухи проворачивают. Я такой, нормально, короче, идем около навоз. Как-то так получилось, что здесь навоз. Техника. Короче, это навоз мой вчера привез. Твой? Да, мой навоз. Че, как будем с духа-то, готов записываться? Да, конечно, че нет. Первый, так сказать, первая своя музыкальная композиция. Да, на студейке, и все, как надо. Да? Ну, это клево. Сейчас там тачка приедет, мы дальше пойдем. А че, так не очень, да, идти? Пойдем. Там паркуется что-то. О, нифига, камера присунула. Ну, в общем-то, идем, че? Ну, идем потихоньку сейчас, дойдем. Это Паха Продакшн, ебашит кашу, мать башу. Да, так у тебя лицо вообще не видно. Это Паха Продакшн. Че, как дела, Ник? Готов? Готов ли ты? Отвезти меня на студейку. Я не знаю дорогу. Ну, нам типа туда там идти, все дела. Ну пойдем, а так ты будешь снимать просто. Зачем тебя снимать, как ты идешь? Но. Как ты куришь? Почему нет, это? У меня тут родилась идея. Какая? Очень интересная идейка. Че? Обоссаться котлетами. Если посерьезнее. Посерьезнее. Пойдем так, в принципе, тоже можно пойти. Промка. 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 Что продаю, блядь? Пуги, хули. 450. Ну, Паша, сказывай. Че? Че я могу сказать? Ну как ты? Дай типа мне интервью, как ты, например. Из чего ты вырос, да там? Ну, из чего вырос? Как там вообще жил? Вырос из сперматозоида. Вылупился. Да? Ну ладно. Не, вообще. Подробность. Ой, что-то я тебя так близко снял, короче. Вообще, объясни, ну как ты начал этим заниматься, что там тебя подвигло? Знаю, взбрело в голову, упал с дуба, как в этом, в треке. Фиш с капсом. Я упал с дуба. Помнишь? Помню, но там жизнь бесплатная, онлайн игра, там все дела. Вообще нормально. Уебало Никиту на полтора часа. За полтора часа он написал свой трек. Два трека. А вообще текст долго писал? Может там какие-то события были, например? Какие нахуй события, ебаный в рот. Без мата, да? Типа того. Какие события? Все по-старому, все по старой схеме. А ты там что-то начинаешь читать, что типа новая жизнь, там все дела. Как-то связано, может быть, это? Конечно, связано. Да? Ну. Так с чем? Это не ответ. А что я тебе могу ответить? Связано? С чем может быть связано? С переменами связано. С переменами? Школьными? Нет. А какими? С жизненными. Жизненными? Пойдем туда. Туда идти, что ли? Да. Давай из объектива-то не уходи, ты же у нас звезда здесь. Паха, ну, это и Слипс, да? Но. Слипс. Как тут светло, слушай. Мы идем, да, на студейку? Мы идем на самую грязную... мы, короче, прикол прошли по... Мы на самую грязную студейку идем, в самых глубинках города. В общем, ладно. Нормально, да, Паха? Батут. Батут. Хуй надут. Идем час. Еще пешком до сюда 6 часов добирались. Оператор вон палатку уже устал нести. Но на самом деле очень долго. Короче, уже. Я уже устал идти. Армену сколько лет? Сколько надо? Багетта, багетта, на велике багетта. Под колесами велосипеда крутится планета. Доеду до соседа, скурим мои полпакета. Половины холодильника нету, лазаем по нету. С
сколько ему на... Рульный пацик еще смотрел. Вообще непонятно, в какую глубинку мы зашли. Самые такие опасные гангстерские райончики. Вот именно... Гетто, но вот именно здесь. Эслип, и будет писать мальчик. В кустах находится студейка. Студейка. Там есть потайной люк. Люк потайной, говоришь? Я обоссался, котлетками. От чего? От этого? Гетто. Опасные люди. Я обоссался котлетками. Утром у меня вышла черепаха. Где-то я это уже слышал. Да уж. В общем, почти-почти мы дошли. Вон это видео-то лесная. Это лесная? Как в пасеке у нас. Ну, в общем, идем. Паша, а что ты туда-то сразу же? Вообще не варишь. Может, покушать? Я за ягой. Кушать хотели. За ягой пришел. За ягой? Падики пить. Нет. Вон чапик выпал сейчас с тобой. Ну, Паш, покупай, ты ж мажор. Спасибо. Знаешь, что-то не, тут нету ничего нормального. Паха, что ты мучишь-то? Это, короче, Никич, мой личный видеооператор. Что вы можете сказать о моей песне? Твоей песне? Слышал ты ее один раз. И то без минус, да? Да. Видеооператор дает советы самому исполнителю, отлично. Может, вы это, скажете какие-то замечания, там, предложите что-нибудь, исправить. Кури меньше, ё-моё. Это, короче, кроссовок. Кроссовок. Шкет. Это кед, шкет. Шкет. Мопед. Мой дед. Мой дед. Никита. Никита. Никита, как у вас дела? Что вы можете сказать о футболе? О футболе? Не люблю футбол, баскетбол. А что о баскетболе можете сказать? Погнали. Погнали, это все, да. Привет всем нашим, рифмую под гашем. Пару напасов ваших с утра поправят, важно. На столе гидра, пора сваливать до братана. Водники бурлит, вода дымится, гидропоника. Пора уже лететь, беру с собой немного сигарет. Купи себе билет, постарайся не улететь в кювет. Чтобы не искать ответ, зайди глянь в интернет. Есть авторитет, но не знаешь, есть он или нет. Запомни эту фразу, не подсядь на иглу. Делай по уму, пока живешь, не прятайся в углу. Помоги братану в трудную минуту. Не совру, когда скажу, что рэп под сердце я пишу. Не занимайся ерундой, закончишь, как закончил. Со не хвастайся судьбой, иначе превратит в изгой. Твой учитель был плохой, гони его быстрей долой. Иди проспись домой, не пойдешь, окажешься босой. Думай своей головой, не стоит доверять чужой. Тебе не впервой, не настолько ты святой, чтобы бить угловой, как бил Месси левой ногой. Масштаб общий мировой, не говори, что ты тупой. Рифмы идут от души, решение принимать не спеши. Плюсы и минусы запиши, потом уже реши. Прежде чем за гроши продать кусок своей души, парашютом не шурши, вытягивая дым шишек. По жизни нужно всегда с позитивом идти. Ложатся рифмы на макса биты, разбиты мечты. Вокруг виднеются кресты, не гни свои понты. Если гнуть понты, могут дать тебе пизды. Песня обо всем, что не так, пардон. Нужен повтор на моно, потом репит включен. Кого-то принял ОМОН, я рифмую на этот музон. Бит написал Максон, пусть тебя качнет он.
Заметь, когда пасут, не заметишь, уже не спасут. Правду говори, всегда тебя поймут тут. Выбери маршрут, наступило время смут. Пацаны тебя порвут, если твои глаза им врут. Это как зимняя зима, тебя там очень ждут. Не опаздывай, плут, ведь тебе там укажут маршрут, куда идти, скажут и на помощь подбегут. Захвати с собой атрибут, пацаны уже плюшки мнут. Ответь на вопрос, зачем тебе нужен мозг. Твой внутренний голос, как большой рой ос, твердит тебе вперекос, не жри этот кокос. Лови сначала бонус и потом еще в нос. Эти рифмы на откос, поверх бита мой голос. Виднеется прогресс, потихоньку идет процесс. Допей свой морс и сделай маленький взнос. Мусор сделал допрос, твой мозг не вынес угроз. Нужен строчек большой объем, а не как снежный ком. Думаю написать альбом, не знаю, качнет ли он. У меня опять загон, это вообще полный гон. Рифмы хватай на фасон, они летят как патрон. Раньше не понимал, теперь уже опоздал. Был очень мал, сейчас понял и осознал. Падал и вставал, эти действия мой идеал. Устрой дома карнавал, лови напас на повал. Отражение тлеющей точки в моих глазах. Мятный запах и тебя ждет небольшой крах. У кого-то это вызывает в душе страх. Руки мах, разогнал туман в этих четырех стенах. Это первый трек, записанный на студейке. Не знаю, будет ли зачет или будет много смеха. Открою вам секрет, не нужно много спеха, чтобы записать трек и достичь успеха. Песня обо всем, что не так, пардон. Нужен повтор на моно, потом репит включен. Кого-то принял ОМОН, я рифмую на этот музон. Бит написал Максон, пусть тебя качнет он. Ну че, наконец-то он записал. Че, как, доволен вообще сам-то? Конечно, все прошло неплохо. Довольно-таки. Да. Я думаю, трек получится нормальный. В принципе, да, качок такой получился, и сейчас бы тебе еще клипачок такой. Мини-клипачок такой. Я думаю, качнешь. Песенки, наверное, по всем. Да, качнешь по селам. Вот, зашли похавать. Че ешь-то? Пиццу ешь? Пиццу жрём. Овсавчик. Такая вот пирога. Шумно была. Немножко, да, здесь? Шумно. Много. В принципе, я доволен. Доволен, вы отлично. Это главное, в принципе. Да. Ну ладно. Движуха. А что в дальнейшем думаешь делать? Будешь еще писать? Конечно, подумаю еще, может, альбом будет. Дом? Ну. Как вообще, пойдет, как а пойдет. Планы еще какие на будущее? Там, может, выступить где? Да, есть да, какие-то варианты? Нет планов. Вот записал первый крючок свой. Не знаю, качнет, если там уже будем смотреть дальше. Да, ну отлично. Все, в принципе.